В Благовещенске появился исторический путеводитель для туристов. В него входит карта, на которой отмечены памятники и исторические места, и диск с аудиогидом. Проект презентовали накануне. В путеводитель вошли 86 исторических и современных достопримечательностей города. Свой проект разработчики готовили больше полугода. Авторы рассказывают, что еще 10 лет назад это сделать было почти невозможно. История многих памятных мест была неизвестна. Путеводитель называется «Город Благой Вести». Можно выбрать тот маршрут, который вы решили посетить, либо заранее прослушать, что вы увидите, либо после того, как погуляли, либо вот сейчас есть хорошая мода у молодежи кататься на велосипедах, взять с собой DVD и прослушать по ходу посещения маршрута все сопровождение.